Надеюсь, ты по делу. Я тебя предупреждаю. Что, бродяжничаешь? Да? Нет? Тогда паломничество. Тебе являлся Периаид
надсмотрщик и чумной лорд. У многих просто кишка тонка, чтобы принять моего господина. Но ты нравишься Кешу, друг. Периаид порой говорит с тем, кто принял его в себя. В общем, если хочешь услышать его слова, понадобится благовоние. Он гной в ране. Неженки морщат носы, но именно гной впитывает черные гуморы и очищает кровь. Я почитаю Периаита. Да, потому что порой мир можно очистить только болезнью. Ах, благовоние. Принеси мне ядовитый колокольчик, серебряный слиток, безупречный рубин и прах вампира. Тогда я покажу тебе. Что-то нужно? Да. Кто-то бы побежал к торговцам. Но ты ведь предпочтешь другой путь, так? Ядовитый колокольчик растет в ледяной тундре. Рубин и серебро найдешь в шахте, если повезет. С прахом вампира посложней. Вампиры еще те твари. Ладно. Mm-hmm.
Ого! Вот это да! Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Веди.
посетитель. Старый Хролден стоит уже сотни лет, дружище. Если набьешься в стельку, тебя выставят. Пьянчуги нам не нужны. Мам, куда ушел папа? Он ушел на войну, дорогой. К братьям Бури. Ты в прошлый раз говорила, что он воюет за империю. Да. Уверена, у него все в порядке. Как ты думаешь, вдруг этот призрак один из людей Тайбера Септима? Может, еще свидимся. Помнишь меня теперь, Хьявти? Для меня было честью сражаться рядом с тобой, брат. Помнишь, чему нас учили мастера меча Валькерия? Пока мы не ушли из Хролдена, позволь мне напомнить тебе пару вещей, которые ты мог забыть. Призрак внезапно взял и пропал. Что с ним стало? Может, еще свидимся. Привет, друг. Радостно видеть, что еще одна добрая душа радуется такому светлому дню. Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. А, ничто так не поднимает дух, как крепкий медовый дух. Твое здоровье. Пусть приключения принесут тебе славу и богатство. Да.
Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Веди. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Веди.
Говорят, Стража Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтена. Может, и мне стоит к ним пойти? Тебе здесь нечего делать, гость. Разве что ты хочешь кого-то похоронить. Фолкрит славится своим кладбищем, гость. Мы похоронили больше мертвых, чем ты можешь себе представить. Я только что отдал последние почести на погребальном костре старому боевому товарищу Бериту. Не хотел старик лежать в холодной земле. Ты можешь отнести его Прохрунилу, жрецу Аркея. Он благословит душу Берита в последний путь. Спасибо. До встречи. Постарайся не судить о Фолкрите слишком строго. Война принесла нам много горя. Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолкрите. Крепкая выпивка согревает. Никакой мороз не страшен. Я чуть было не попросила тебя взять меня в путешествие, но вспомнила, что не могу бросить тут Валгу одну. Броню гильдии воров я и в темноте узнаю. Ты никого не одурачишь. Что тебе нужно? Чужаки вроде тебя несут с собой войну, а на мой век войн и так хватило. В этих могилах покоятся сыновья и дочери Фолкрита. Когда-то бог Аркей был таким же, как мы, был связан смертной долей. Но он добровольно отказался от такого существования, чтобы мы могли лучше понять превратности жизни и смерти. Приливы и отливы этой великой волны помогут нам обрести обновление и, в конце концов, покой. Да познает дух Лавинии и всех тех, кто покинул сей скорбный мир, желанный покой Эфира. И да будет дано нам однажды воссоединиться с ними навечно. Фолкритским кладбищем занимается Каст, а я в ответе за святилище. А, прах Берита. Он был хорошим человеком. Мало воинов доживают до глубокой старости. Спасибо тебе. Я прослежу, чтобы его похоронили по всем правилам. Вот, это тебе за труды. Да. Я обрел цвет Аркея после Великой войны. Многие погибли от моих рук, моих заклятий. Мне повезло, что касты люди Фолкрита приняли меня как своего. Можешь помочь старому эльфу? Я, похоже, обронил свой дневник, пока исследовал одну пещеру. Я заплачу за его возвращение. Да благословит тебя Аркей за помощь. О нет, милосердный Аркей, нет! Я слишком стар и слаб, а кладбище слишком велико. Каст – мой помощник. Он помогает мне с надгробиями и прибирает на кладбище, чтобы все было как положено в месте упокоения. Я научу тебя кое-чему, но осторожней с этим знанием. Этот дневник много для меня значит. Найди его.
Фолкритский... А? Фолкрит привычен к войне. Чтобы это понять, надо просто прийти на кладбище. Я слыхала, Вальдер вернулся целым и невредимым. Жаль остальных, конечно, но хоть об этом теперь можно не волноваться. Услышишь какие-нибудь интересные сплетни в городе, не забудь рассказать мне. Чего ты хочешь? Конечно, чем могу служить? Только настоящие имперцы просят эту песню. Тебе надо идти. Это ода в честь несгибаемых защитников Скайрима, имперцев. Тебе надо идти. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро ве... Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолклите. Тебе не попадался пес на дороге? Такой красивый, сильный зверь бродит вокруг города. Нет, нет, этот сам по себе, не в стае, на дороге за городом. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный, злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Умно. Хочешь задаток за свою работу? Немного золота сейчас, а остальное, когда я получу своего пса. Вот тебе мясо на приманку. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Позови меня, если я за чем-нибудь понадоблюсь. Прошу, смотри, сколько хочешь. Новичок в городе? Может, новичок хочет, чтобы я ему что-нибудь смешала? Но мои родные в Хаммерфилле не одобряли моего интереса к смертельным ядам и к смерти в целом, поэтому я уехала оттуда и отправилась на север. Когда я нашла этот город с таким огромным кладбищем, я почувствовала себя как дома. Я открыла магазин и, не вспоминая о возвращении, мое место здесь. Знаю, это немного странно. Не совсем то имя, которое приносит утешение больным и хворым, пришедшим за припарками и бальзамом. Про Фолкрит нужно знать одно. Главная и, так сказать, определяющая достопримечательность города – огромное старинное кладбище, хорошо это или плохо. Именно поэтому таверна называется «Мертвецкий мед», «Ферма свеча покойника» и так далее. Такая местная бородатая шутка. Погляди.
Mm-hmm.